Привет! Сегодня покажу вот такие вот автомобили, холодильники. Сейчас покажу, что есть. Уголок такой. Плюс грузовые. Сейчас посмотрим, что к чему. Так, в основном все автомобили 518, 418. Вот это 2014 год. Цены по номеру телефона. Поэтому напишу в описании еще. Если интересно, звоните. Сейчас пройдем, посмотрим, что, какая база. Вот 2013 год. Трехлитровый. Климат-контроль и все такое. Так что есть выбор такого плана автомобилей. Вот уже в новой морде. 2015 год. Вот. Интересные автомобили. Есть Варио. Так, посмотрим. Будки, говорят, открыты. Вот такого плана стоит климатическая установка. Будки. Стандартная будка. Вот такого плана замки. В основном смотрят на раму, не перегружалась ли, не шпаклевалась ли, нету ли никаких подкрасов рамы. Вот интересный. Также Варио. Пробег 2012 год, пробег 207. Номер телефона. Кабины закрыты, но это уже, если вас интересует автомобиль, вы сами смотрите, приезжайте. О, какой, какая выхлопная труба, все по парами, все чистенько. Вот тут замочек стоит. Сразу включается свет. Как интересно. Большой багажный отсек тут уже рассчитан на серьезные перевозки. Одной рукой не закрою, потом закрою. Так что такой вот у нас автомобиль. Такого плана также есть 2011 год. Походу цены разные, если вас интересует. Я, если кто-то сейчас подойдет, спрошу, чтобы ориентироваться. Автомобили все в хорошем состоянии, видно. Подготовленный. А какие цены автомобилей? Вот Варио. Сейчас. Чтобы озвучить. В описании внизу напишешь. Сейчас не надо работать. Хорошо. Ну хотя бы один скажите, вот этот. 28,5 вот этот стоит. Остальные сказали, в описании напишу. Так что, если интересуют автомобили, звоните по номеру в видео. Подписывайтесь на канал, ребят. Будем смотреть разные автомобили. Вот грузовой. 2013 год. 419. Максиборд. Вот кузов. Действительно, максиборд, алюминиевый кузов,
конечно, хорошая машинка. Макси и стоит вот короткий, вот есть, видите разницу. Так что такие вот сегодня у нас автомобили. Если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, ребята. По вопросам пригона автомобилей можете писать или звонить мне. Поможем вам пригнать то, что вы хотите. Покажем в Германии автомобиль, какой он есть, какой пробег, что с автомобилем. Проверим сервисную историю. Все нюансы по телефону. Так что до новых встреч. Всем пока.